Актер Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством. Говорят, он впал в длительную депрессию. Это стало результатом. Очень известный актер. Мне он особенно понравился по фильму «Умница» Уилл Хантинг. Когда жизнь человека обрывается, и человек сам ставит точку, причем известный человек, притом тот, кто учил нас через свои картины правильно реагировать на происходящее, выбираться из сложных ситуаций, но сам он не смог справиться с проблемой, которая давила на него. Проблема отсутствия смысла, потеря смысла. Робин Уильямс, на мой взгляд, является человеком, который показывает, что если ты играешь в игры в жизни, это тебе очень помогает, ты держишься на плаву, но ты не замечаешь воронку, которая тебя засасывает. Я считаю, что Робин Уильямс бежал от самого себя, от серьезных вопросов, которые вставали перед ним по жизни, но он на них не отвечал, потому что боялся, мне кажется, говорить честно с самим собой, потому что честный разговор с самим собой, отвечая на сложные, серьезные вопросы в жизни, вынуждает нас страдать. Страдать так, что это меняет нас. В чем-то он не хотел измениться. Когда мы не хотим меняться, мы играем. Вот такие игры, они делают нас очень слабыми и уязвимыми. И в какой-то момент мы вдруг становимся неспособны преодолеть испытания, они начинают нас подводить к последней черте. Я думаю, именно это произошло с Робином Уильямсом, известным актером. Соболезную тем, кто остался близким, родным. Меня зовут Евгений Сарапулов, я психолог. Отвечу на вопрос, дам практическую рекомендацию. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь, точнее, на мой канал. Всем пока, до свидания.